Ну вот. Аж курили тут наши свои будущие. Сделали. Помогли все. Деревенский, кто приходил, помог. И вот сейчас собираем кору всю. Аж бедные наполовину козлики были забиты всей. Сколько коры было. Сколько добра для рожишки. Еще. Здесь не допускай, рукой поддержи, чтобы она не выпала. Все, делим. Да вот это тоже можно брать. Оттуда вытаскивай из-под этой. Дабочка. Ну, минута, не знаю, сколько уже. 30 она есть. Ага. Ну, такая она. Какая-то белая, такая бежевая. Низкая посадка. Подальше, протяни маленький. Туда. Вот так. Своди в конец. Держи. Чтобы я протянулась. Батюшка что-то опять спрашивал про эту машину. Сейчас. Подальше, поди. Что-то это топчу. Отсюда стороны тебе видать будет хорошо. Вот тут. Поднимай маленько. Будем так поднимаем. Ну. Сейчас у себя тяни маленько. Еще. О, Надежда Васильевна себя печку затопила. Давай сейчас еще. Так, ладно, видимо. Да, готовка пищи что-нибудь делает. Этот котелок убери пока. Кто-то другой вынеси, только отряхни. Туда, в траву. Развалился козлик. Делать там. Сейчас вот один отремонтировал уже. Делать. Что бы в городе делал, сейчас сидел, пыхтел. Все. Ну вы, корляки, чужие грехи собирал. А
А так со своими возишься, борешься. Так, вот отсюда, вроде, положи ее. Вот, вот я стою где, вот сюда. Далеко, давай потащим еще поближе. За угол. Тащи. Ну. Давай вот. Во. Это такие трески можно делать, а мы только на костер это. А внизу теплое, горит. А почему? А потому что тут был клен, он очень сырой. Вот они, кленовые, все. Это березовые. Все, хорош. Не поднять. Все. Сколько работы Бог дает человеку? Почему русский человек любит работать? А потому что ничего постоянного нет. Вот в Америке я был, в Латвии, они как построили там из камня, из бута, так все и стоит. А мы только успели построиться, власть все отнимает, деревня уничтожается. Теперь возвращаемся заново, все строим. И опять грозят озера не ваши, которые рядом, пруды. Наш труд, мы его запрудили, все. Вот, 10 домов построили, дальше не дадим земли, а земля пустая. Это как же понимать так? Это даже вообразить нельзя. Как принимали, когда Наимень вернулась из плена, была она на полях Моавицких. Все, весь город пришел в деревню. Наимень пришла, Наимень. А здесь зачем приехали? Бульдозерами раздаем. Осатанелое все. Воды безбожие. И этот труп проклятый все еще в мавзолее лежит. Отравляет землю, мозги. И Зюганова никто не судит. Он виновнее любого Геббельса. Тысячу раз. Кто свою землю не уничтожал, эти свою. А он голосует. А на что голосуете? За что вам платят? А ты вот поработай здесь, восстанови с нуля. 21 тысяча поселений, ни одного больше нету. Да, ну не делайте, ну не мешайте хотя бы, давай. Еще только молиться, не проклинать власти ничего, чтобы Бог благословил их. Вон они летают, старшинье. О, туда между собой даже. Вот поползай здесь. Ну, знаю, еще поселок. Вон там сидит какой-нибудь плюгавенький. Смеется. Почему сюда Божия не ждет? Ничем не занята душа, хорошая кузница сатаны. Вот как Мартин Лютер сказал. А мы все время заняты. Значит, есть надежда. Вот она сколько. Это длинное отдельно унести. Все, ладно. Там много, там много. Он что-то друг за другом гоняется. Видишь, какое согласие. Брат только скажет, сразу повторяю, чтобы не забыть. Много-много. Пошли. Сам.
согласовываем работу. Вот. Сегодня уехала Ульяна, мать приехала. И это, Надежда Васильевна Гликерию туда забрала, а тут Володя один. Там ничего, нормально. Теперь 40 глаза. Так, давай размахнемся. Сначала отсюда вот, а потом... Оп! Давай помаленько. Тут не опрокидывай. Повисло тут у нас. Да-да. На. Видишь, как все слажено. Это надо убрать. Это, ой, сваи-то. Уже вон отстесали. Это все заготовить надо. Но все это... Власть трясется, чтобы какое село не восстановили. Ужас какой. А Столыпин плохой был, а эти хорошие. Как понимать? Сюда сколько налазили. Так, маленечко. Маленько. Назад, подожди-ка. Все, теперь на нас задергивай. Как стоит, так и дергай. Ну так и поводи. Да-да-да-да-да. Пошел. Отходи маленько. Сюда. Не нажимай, не нажимай. Так, тяни. Подожди. Когда ты не нажимаешь, опусти-ка вниз. Во. Все. А дождик идет и идет, его не видно. Там вот посмотри, как леса-то едва видать. Это хмарь. Может и будет. Нам целый день. Тучами вон все затянуто. Что это делаешь? Сколько раз мы тут привезли уже? Десятый, видишь, какая куча. Это только шкура. Кора. Ну все, я заканчиваю? Да, пожалуйста. Вот сколько банок стоит. Ванна какая-то. Батюшка взял такую ванну. Ну, 1,5 метра. Как по ней сделал? Сам лично сделал? А? Батюшка сам лично сделал? Да. Да? Он мастер, он учился на это дело. Он ванну заделает сам. Это он на это, на жестянчик? А, смотри, так, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Ну, 40 банок. По 5 литров. 2 тонны. Ну что получается? 200 килограмм. 4, 5, 20 литров. 200 литров. Ну да. 200 литров. А вон еще стоят. Давай. Я любил вами картошку мыла по осени и сушила на земле. Что сделала? Людмила Ивановна картошку копала, в ней мыла, в этой ванной, а потом сушила на земле, на траве. Почистка на зиму была у нее. Ну давай, вот это вот. Слава Богу. Смотри, вот это вот, Володя. Вот это вот тоже надо раскрепить, она сломалась. Угу. Как-то ее прикрути или еще хотя бы. Она не на чем сейчас держится. Ладно. Один шуруп, крепкий гвоздь.